ребят, с вами Император Прайм, и сегодня я хочу сообщить маленькую новость. В принципе, видео будет коротенькое и связанное чисто, скажем так, в характере для того, чтобы люди узнали, которые, в принципе, играют и так увидят, наверное, а для тех, которые пока в данный момент не играют, или где-то отлучились, или уехали, или просто там, может быть, забили, не знаю, информацию, которая будет интересна, если вы там придете в игру и начнете играть. А в игре появился вот такой вот магазинчик, ребят. Так что, что тут скажешь? В принципе, удобно, не надо на сайт выходить, скажем так. Это довольно очень прикольно и, конечно же, некоторые фишки, вот, связанные с этим обновлением, которое ввели магазин вот в середину. Вот, то есть сейчас здесь есть разные спецпредложения. Вот, видно скидки там, когда появляются и тому подобное. Это вот, короче, спецпредложение. Дальше идет у нас премиум издание, ребят. Вот, премиум издание. То есть, да, вот сразу кнопочка купить можно и все остальное. Вот, вот. Ну, вот в таком вот формате выглядит теперь премиумный магазин, можно сказать. Вот он. И, конечно же, золото. Золото вот здесь 100 рублей, 300 рублей, 500 рублей на месяц, вот, аккаунт и так далее. И премиум статус, короче, ребят, вот, премиум статус на технику, вот, вот такая вот тема. Вот, 14 дней премиум статуса, ребят, ну, это за голду, если у вас там есть лишнее, в принципе, или типа того. Поэтому вот так вот. Еще хотел бы сразу отметить, что когда вы берете голду, вот именно, да, ну вот здесь вот взяли вы голду, ребят, то она зачисляется, она не появляется вот здесь премиум там и все остальное, потому что многие 100% будут, короче, блин, это говорить, типа, я купил, а где же голда, почему тут нету премиум статуса? Тут тема другая, она будет у вас лежать в инвентаре, короче, вот, все очень просто, вот здесь, вот, премиум статус, ребят, опа, вот как у меня, к примеру, видите? Ну, это я ее выиграл, да, тут практически там, кто в курсе, там, на полгода где-то према у меня вот выигранных. Вот они здесь лежат. То есть надо что-то там будет покачать серьезно, я прям статус включу. В принципе, очень удобно. Ну, к примеру, вот у меня нету прям статуса, и на стримах сейчас играю, в принципе, без прям статуса, потому что, ну, не вижу смысла, мне и так, в принципе, там, уже танк в море, все выкачано, и как бы нету смысла просто так тратить его от фонаря. Поэтому, если что, он здесь, говорю сразу, он здесь. Так, ну, что, на этом, я думаю, все, по магазину заканчиваем, но тем не менее, в принципе, удобно. Еще хотел бы отметить, что некоторые фишки в течение 15 минут могут приходить. Ну, то есть вы купили какое-нибудь премиум издание, и оно может появиться в течение 15 минут, ребят. Что как, не знаю, там в течение, ну, так написано, моя задача вам сообщить. Ну, а на этом все. С вами был Император Прайм. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, пока-пока-пока.